Поняли вашу позицию, и спасибо вам большое за понимание, то, что касается Красного города, это касается каждого человека в городе, это здоровье его, это жизнь его, это наши дети, это все остальное. И спасибо. Это, кстати, не только ваша жизнь, я тоже иногда недопонимаю коллег из Санкт-Петербурга, потому что мы-то понимаем, куда все ручейки текут, да? Вот, задуматься на секунду тоже надо. Да. Спасибо. У меня вот такой вопрос к вам. На территории Никольского городского поселения система водоснабжения и водоведения у нас занимается ООЛОСК. Вы знаете? ЛОКС. Да, такой вопрос. Подача воды в Никольское осуществляется по большому Невскому водоводу, собственно, которого является ООЛОСК. Вот постоянные аварии по данному водоводу приводят к прекращению подачи воды в жилые дома. Руководство ВОЗ не принимает мер по модернизации водовода и строительству дублирующих сетей для увеличения подачи воды в связи с растущими потребностями. Какие планы у правительства области в решении вот этого вопроса обеспечения воды Тосинского района и города Никольска? Спасибо. Ленинградские областные коммунальные системы обслуживают по-крупному три района Ленинградской области, хотя еще и работают на Всеволожске и Санкт-Петербург, но в меньшем объеме. Это Тосненский район, Гатчинский район и Ломоносовский район. Владельцами Ленинградских областных коммунальных систем являются несколько коммерческих структур, в том числе Банка Санкт-Петербурга и небезызвестного такого Захара Смушкина, который хотел на место совхоза «Лесной» строить город-сад, как и в Санкт-Петербурге. Мы, честно говоря, ему такое разрешение не дали. Мы прекрасно понимаем, что они не хотят вкладывать деньги в Невский водовод. Поэтому принято решение. И это решение связано с тем, что у нас есть районы, где тоже проблемы с водой, но потому что у районов уже, где им принадлежат водопроводы, водоводы, нет денег. Мы создаем единую систему, единое предприятие ГУП «Ленинградский водоканал», такой же, как «Питерский водоканал». И более того, уже переманили одного из руководителей «Питерского водоканала» возглавить, быть директором нашего «Ленинградского водоканала». И мы будем предлагать в этот «Ленинградский водоканал» передать все муниципальные водопроводные системы. Что касается ЛОКСа, то мы будем, к сожалению, делать обратный выкуп. Мы часть системы будем у них выкупать, но, так сказать, в том числе за счет там определенных замен, так сказать, по иному имуществу. Часть деньгами, часть имуществом, но мы эту систему будем забирать под себя. Я надеюсь, что до конца этого года мы эту работу завершим, по крайней мере, уже распоряжение подготовлено о создании ГУПа, уже подготовлены первые деньги, которые будут финансировать под этот ГУП. Возможно, мы ГУП со временем сделаем акционерным обществом для того, чтобы привлечь еще и крупных инвесторов. Но в любом случае эта тема мне известна, и с 2016 года мы ее заберем под себя, там уже идеи есть, более того, там и предпроектные наработки уже есть. Поэтому мы это будем делать сами.